Официально объявляю прошлую неделю пляжный полуфинал чемпионата мира впервые в истории сборной. Вы только вслушайтесь. Обещаю, в нашем проекте вы еще увидите наших героев, пусть только вернутся из Дубая. А пока мы поговорим о том, что происходит в Минске и чуть-чуть на Мальте. С вами Алексей Козыр и Ясно о футболе. Сегодня в выпуске. Турнир быстрого накаливания. В Минске завершился Кубок развития. А как теперь? Гость в студии Алексей Меркулов. Ранний вой. Сюжет с матча Ислач-Гобжеде. Перец со сметаной. Белорусские разгромили сборную Албании. We are the champions, my friends. Еще немного и по золотым медалям догоним россиян. Очень эмоциональным получился турнир. К слову, тренеры не всегда охотно шли на флеш-интервью. Переживали, это видно. Но все позади. 20-й юбилейный Кубок развития удался. Смотрим, как именно. Думаю, все уже в курсе. За прошлый год мы реабилитировались. Наверное, из-за этого юбилейного Кубка развития мы выжили максимум. Бронза для парней не старше 16 лет и долгожданное золото для U17. За эти 20 лет в турнире приняли участие 27 стран. Контест набрался опыта и стал действительно статусным. Об этом говорят и наши гости. Спасибо большое вам. Спасибо еще раз организаторам за такой превосходный турнир. Отдельное спасибо вам, то, что постоянно берете интервью. Также хотел большое спасибо сказать Ассоциации узбекского футбола, то, что развивают молодежь, дают возможность выезжать на такие турниры. Огромное спасибо своим подопечным, команде, тренерскому штабу, также отдельно всем игрокам за их труд. То, что было от них, они на поле это показывали, демонстрировали. Да, где-то, может быть, в каких-то ситуациях была неуверенность, где-то сказывалось то, что не выезжали, как бы нет игрового тонуса. И вот в этом чуть-чуть, в этих моментах мы чуть уступили. А так будем стараться исправлять свои ошибки. Самое главное, на этом турнире никому не проиграли. Серия пенальти доказала, что надо работать, пенальти отрабатывать, и будем над этим работать. Стоит сказать, что в этом турнире нет проигравших, и это не будет пустословием. Возьмем, к примеру, сборную Азербайджана. Они заняли 8-е место, но ведь никто не будет углубляться в детали и вспоминать о том, что основная масса игроков этой команды находится на сборах в Испании, поэтому тренеру нужно наигрывать резерв и новые связки, а это тоже круто. Что можно сказать? Выступили неважно в этом турнире, можно сказать, плохо, но я никогда не сторонник того, чтобы в таком возрасте ребят обвинять в чем-то. Есть усталость, есть разные причины. Над этими причинами будем обсуждать, анализировать, работать. И надо было дать ребятам мотивацию на будущее. Финальный день турнира подарил нам сразу две серии послематчевых пенальти. Все-таки плей-офф как-никак. При этом одна из серий подарила нам первую награду кубка. Бронзу для наших ребят 2008 года рождения. Героем этого матча против Узбекистана стал наш кипер Саша Александрович. Я никак не анализировал игру, я не был к этому готов. Ну, счет сложился так, что пришлось серию пенальти решить все. Поделюсь секретом. Еще до финального матча за золото тренер старшей российской команды поздравил меня с бронзой и предупредил, что второго поздравления не дождусь. Ведь именно его команда боролась за золото. Это я к тому, что за 4 игровых дня все действующие лица стали чем-то большим, чем просто участники турнира. Поболтать о футболе, приобняв друг друга, стало обыденным и даже приятным. Об этом на церемонии награждения говорил и представитель УЕФА Йозеф Клемен. Стали членами сборных своих стран.
Вернемся к финалу. Он получился на редкость эмоциональным. Белорусы забили первыми, но команда Аксенова быстро сравняла счет. А позже последовали два удаления у сборной России. У нашей команды не оставалось выбора, кроме как довести матч до победы. Впрочем, она была бы еще более ценной в борьбе при равных составах. Но золото не пахнет. Белорусы – обладатели Кубка развития 2024. При этом пятикратные. Дальше – больше. Мы очень долго шли к этой победе, поэтому очень рады, что добились этой победы, выиграли этот турнир, завоевали кубик. Ну и, соответственно, с хорошим настроением продолжим подготовку к элитному раунду чемпионата Европы. Студенты еще в прошлом году попали под каток санкций за всем известные проступки. В итоге это привело к тому, что Рцор будет выступать в первой лиге, а практически вся основа команды разбежалась. И что теперь делать? Об этом расскажет коуч команды Алексей Меркулов в студии АБФФ. Говорят, что для того, чтобы достигнуть определенных высот, нужно оттолкнуться от самого низа. Столичный энергетик БГУ покинул высшую лигу. А вот надолго ли? Сегодня и узнаем с гостем нашей студии, наставником студентов Алексеем Меркуловым. Алексей Александрович, команда провела изнурительный сезон и закончила выступление высшей лиги практически позже всех. Тем не менее, ребят получили всего 10 дней отдыха, и вы очень рано вышли в тренировочный процесс. Как так получилось и насколько хватило или не хватило футболистам времени, чтобы перезагрузиться от футбола? Ну, это одна из традиций энергетика. Рано начинать предсезонку. В принципе, исходим из того, что очень много молодых футболистов, поэтому их процесс обучения должен быть непрерывным. Поэтому мы считаем, что 10 дней отдыха для молодых игроков вполне достаточно. Поэтому столь раннее начало предсезонки. Энергетику предстоит выступать в первой лиге. Какие цели руководство ставит перед командой? И есть ли цель во что бы то ни стало побыстрее вернуться в элиту нашего чемпионата? Цель любой спортивной деятельности, в принципе, это достижение максимального результата. Но у нас есть еще, помимо этого, определенные сопутствующие задачи. Главная из них – это воспитание футболистов и воспитание в них духа победителей. Поэтому это, наверное, главная задача, которую мы преследуем. Если по итогам сезона мы будем соответствовать уровню высшей лиги, это произойдет само собой. Мы выйдем в высшую лигу. Поэтому, я ответил на ваш вопрос, как ответил. Поговорим о клубе. Данила Чуль, новый капитан «Энергетика», хотя парню исполнилось всего 19 лет, вот буквально недавно. Насколько большая ответственность ложится на Данилу, и вашим ли было решением назначить такого молодого капитана в клуб? Да, это решение тренерского штаба назначить Данилу капитаном. Здесь исходили из того, что, в принципе, пора бы уже игрокам, несмотря на то, что 19 лет, брать лидерские функции на себя, вести за собой команду. Мы считаем, что Чуль вполне обладает всеми этими качествами. Давайте поговорим о трансферном векторе «Энергетика». Понятно, что в первой лиге легионеров мы не увидим. За счет чего будет усиливаться «Энергетик», кроме внутренних ресурсов, которые у вас достаточно богаты? В принципе, традиционная «Энергетика», правильно вы сказали, изыскивает прежде всего из своих ресурсов. У нас достаточно хорошо работает детско-юношеская школа, поэтому прежде всего рассматриваем своих воспитанников. Если появляется кто-то из молодых перспективных футболистов, соответствующих мастерству и близких по духу нашей команде, естественно, мы не отказываемся от такого игрока. Но перед этим, конечно, такой игрок обязательно должен пройти просмотр. Вот, кстати, давайте поговорим и о дублерах. Решение федерации добавить несколько дублирующих команд в первую лигу. Насколько вы видите это решение положительным или отрицательным? И как вам вообще эта инициатива Федерации футбола? Отвечая на ваш вопрос, я могу высказать сугубо личное мнение. Оно может не, как говорится, с ним могут соглашаться, могут не соглашаться. Оно может отличаться от общепринятого. На мой взгляд, конечно, изменения назрели. Но впервые мы будем проводить чемпионат в таком формате, когда 5, по сути, молодежных команд будет играть в первой лиге. Поэтому, на мой взгляд, необходимо определенное время, возможно, это несколько сезонов, чтобы посмотреть,
смотреть, как это пойдет, потом делать какие-то выводы. Ну, раз приняли такое решение, значит, все должны принять эти правила игры и, как говорится, работать. Ну и давайте подведем некоторые итоги уже межсезонной работы, контрольных матчей. Насколько готова команда ментально и физически уже вот на сегодняшний день? Ну, предсезонка – это прежде всего такая рутинная работа. Ее, как правило, футболисты не очень любят, потому что большие объемы тренировочных нагрузок. Ну, в целом, всю ту программу, которую мы наметили, мы выполняем. Спарринги, ну, спарринги на то они и есть, тренировочные матчи. Результату в них особого значения не придаем. Тем не менее, ну, могу констатировать, что и физически, и с точки зрения тактического образования наши молодые футболисты прибавляют. Это отрадно. Несмотря на достаточно ощутимые кадровые потери, многие футболисты «Энергетика» с опытом высшей лиги остались в команде. Это было личное желание ребят или просто на них не было спроса среди команд высшего дивизиона нашего чемпионата? Да нет, спрос, я думаю, на футболистов «Энергетика» всегда был, есть и будет. Но дело в том, что кому-то просто переходить ради того, чтобы переходить куда-то. Плюс «Энергетик» – это, опять же, это образовательный процесс, хорошая школа для футболистов. Те игроки, которые вышли, я бы даже сказал, с ДНК «Энергетика», сейчас, ну, находятся на ведущих ролях там, в Белоруссии, в зарубежных чемпионатах. Поэтому я думаю, если игроки не ушли, значит, они четко понимают, что они должны в конце концов сформироваться в готовых, что ли, футболистов. То есть те, кто не ушел, время уйти еще не пришло. А так, если говорить о позиции клуба, то, в принципе, мы не препятствуем переходу игрока, если он переходит на более высокий уровень. А вот уже много лет философия «Энергетика» – это взращивание молодых талантов. Сможем ли мы даже в первой лиге увидеть тот «Энергетик», который мы привыкли наблюдать как самую молодую команду нашего футбола? Да, мы не меняем своих традиций, своих принципов. Как говорится, система «Энергетика» БГУ уже много лет работает и доказала свою жизнеспособность. Поэтому мы продолжим работать с молодыми футболистами, воспитывать их с точки зрения физических качеств, с точки зрения тактического образования. Ну, как-то упускается иногда из виду. Еще мы очень много говорим о психологии, значит, воспитываем в том числе и дух победителя. Потому что очень часто возникают ситуации, когда игрок обладает достаточными технико-тактическими качествами, но не обладает характером. Это является очень часто таким лимитирующим фактором, который мешает футболисту раскрыться. Поэтому работаем в том числе и над этим. Буквально позавчера завершился Кубок развития, и там с капитанской повязкой сборную Ю-16 выводил ваш воспитанник Даниил Галята. Как вы считаете, насколько сам Даниил готов к борьбе на высшем уровне? И что вы вообще думаете, какое ваше отношение и впечатление от недавно закончившегося Кубка развития? Ну, для детско-юношеского футбола сейчас делается все возможное. Конечно, если сравнивать условия воспитания игроков, те, что были, ну, хотя бы 15-20 лет назад, то это несопоставимо. Что касается Кубка развития, безусловно, любые международные матчи для игроков 16-17 лет очень важны. Это определенный опыт. Опять же, любой вызов в сборную для игрока – это эмоциональный подъем. Ну, что касается Даниила Галята, это один из наших перспективных игроков, как говорится, продукт системы «Энергетика». Ну, надеемся, что он будет развиваться и вырастет в хорошего футболиста. Поговорим о первой лиге. Вам предстоит начинать ее со штрафом в 10 баллов. Как вы считаете, это будет дополнительным давлением для футболистов или, наоборот, мотивацией поскорее от этого штрафа избавиться и идти вперед к заветной цели? Честно говоря, пока не начался чемпионат, не ощущаешь этого гандикапа. Начнется чемпионат, тогда начнем смотреть в таблицу. Что касается 10-очкового штрафа, безусловно, это неприятная ситуация. Но, тем не менее, она такая, какая она есть. Поэтому, ну, будем стараться отыграть гандикап и набрать достаточное количество очков.
Новые легионеры, атакующая игра, медальная задача на сезон. Чем в этом году будет удивлять Ислыч? Пока что мы присматриваемся к командам в преддверии сезона. В этот раз расскажем как раз о волках. Внимание на экран. Когда на улице все течет, трудно поверить, что в начале прошлой недели контрольные матчи проходили припорошенные снежком. Все атрибуты почти весеннего футбола на месте. И мяч в снегу, который едва на нем виден как символ. Дмитрий Комаровский недоверчиво смотрит на нашего оператора. Нет, никакие секреты волков выдавать не будем. В товарищеской игре против ГОБЖД мы хотим выяснить, на что претендует команда в следующем сезоне. Постепенно нагрузка увеличивается, чтобы не было, что мы... Ведь когда мы играем, там, допустим, два тайма, кто-то играет 70 минут, кто-то 30, это тоже часть команды как бы получает нагрузку, а часть команды недонагружается. И поэтому вот эти три тайма по 30, 4 тайма по 30, 3 тайма по 45, мы постепенно, чтобы все игроки, которые участвуют в тренировочном процессе, все получали одинаковую нагрузку. Костяк – это то, что удалось сохранить. Парни Комаровского уже не первый сезон теряют лидеров, которые потом сверкают в больших клубах. Но в этот раз, похоже, должно быть полегче. Вся та же работа абсолютно. Где-то, ребят, было, да, вы сами знаете, там был какой-то сезон, где с нуля собирали, да, ну а сейчас костяк удалось где-то сохранить, кого-то удалось продать, да. И, ну, только в этом все чуть-чуть, да, изменено. А так все то же самое, как и предыдущие сезоны. Но здесь тоже слово «костяк», да, это какой? Костяк, может, это и ГУС, да, был костяк, но удалось продать. Костяк, если бы там мы с каким-то прицелом там работали, да, всегда за кубок или за еврокубки, у нас бы и принц сейчас был бы на поле. А так костяк это тот, который сегодня есть, да, с того. Так что будем называть тех ребят, которые с того сезона у нас остались, да, это и есть костяк. Друг за другом идите, отдайте нападающему этого игрока. Дмитрий Комаровский, как всегда, эмоционален. Его подсказ слышен на все поле. Однако сам коуч решил отойти в тень. Клуб также будет завязан на молодежи, отвечает маэстро Сергей Боровский. Конечно, когда у тебя футболисты 2-3 года, тогда можно что-то с командой сделать хорошее. А когда меняется каждый год, то тут естественно, что многие команды идут путем приглашение опытных игроков. Мы пока этого не можем себе позволить. Мы больше акцент делаем на молодежь. А молодежь – это не год, и сразу он заиграет. Это как минимум 2 года. То, что мы видим сейчас – это лишь наброски. Свой шедевр команда из Минского района еще не создала. А все дело в том, что комплектование будет проходить до самого последнего дня трансферного окна. Тем более Ислыч всегда нацеливается на легионеров. Трансферное закрывается 28-го, а еще если с учетом свободных легионеров, да, то еще месяц можно. Так что, надеюсь, еще какие-то фамилии новые появятся. И у Ислыча была такая тенденция, что забирали в конце трансферного окна, да, каких-то футболистов хороших. Соперник волкам попался крепкий. Железнодорожники из Гомеля, как всегда, ставят перед собой цель оказаться вверху турнирной таблицы первой лиги. И на фоне Ислыча выглядят интересно. Но перерастет ли эта история в реальную борьбу за вышку? Идет комплектование и до сбора команды в том виде, в котором мы хотим ее видеть, нам еще очень далеко. А комплектование, к сожалению, идет очень трудно. Ну, в связи с тем, что добавляются молодые коллективы в первую лигу. И с этих клубов, как говорится, где мы брали дублеров, которые не подходили в основные составы для дальнейшего развития. То есть, ну, нам приходится искать где-то в другом месте. Но, к сожалению, все проходит трудно. Но мы скомплектуемся и будем играть всегда на победу. Спортивный директор клуба Александр Бычинок смотрит за игрой с трибун. Команде в этом сезоне предстоит много матчей. А ведь уже в предсезонке некоторые ребята нахватали повреждений. Поговаривают даже, что Ислыч нагружает не хуже, чем в том же Арцоре. Все зависит от футболистов, как они воспринимают наши требования. Потому что если некоторые футболисты говорят, что да, я слышал, что в Ислыче такие нагрузки, но чтобы такие... Ну, а я
говорю, что это вообще еще, можно сказать, процентов 60 от того, что нужно футболисту белорусскому. Функционально команда еще до конца не готова, хотя на следующей неделе стартовать в Кубке Беларуси. Тут в первую очередь нужен опыт больших матчей. Хотя, по мнению Сергея Боровского, его ребята могут справиться и так. Думаю, что это небольшой матч. Это просто важное в истории команды, но большой матч – это когда ты играешь против Челси, против Манчестер Юнайтед. Вот это большие матчи. А когда ты играешь с теми же командами, что и первенство республики, ну какие это большие матчи? При удачном стечении обстоятельств уже в середине марта «Волки» могут завоевать первое в истории место в Еврокубках. Это, конечно, добавляет престижа, однако очереди желающих туда попасть клуб пока не имеет. Я скажу вам так, ничего не изменилось. Как все оставалось, да, ребят молодые хотят попасть к нам в клуб, так все и есть. А такого, чтобы очередь стояла, да, и просилась выслать, такого, к сожалению, пока нет. Будем стараться играть в каждом матче на победу, а посмотрим, надеюсь, в июле, да, и сыграем там. Этот спарринг так и заканчивается, без голов. Судя по предсезонке, дело довольно-таки неблагодарное. Какие выводы будут у нас? Все просто. Матчи «Волков» в этом сезоне к просмотру обязательны. Пецамисальче коше, или просто перец со сметаной. Традиционное блюдо албанской кухни. Они его там йогуртовым соусом заправляют. Нужно попробовать. Но пока что албанок угощали наши футболистки. Национальная женская сборная показала, что и как нужно готовить. Triple kill, как сказали бы в киберспорте, а у нас немного по-другому. Перемещаемся на остров Мальта. Мальта. Здесь не бывает холодных ветров, туманов, снега или морозов, а летом из-за свежего морского бриза вам никогда не будет жарко. Это страна, чья история начинается еще в Древней Греции, поэтому складывается ощущение, что ты находишься на съемочной площадке какого-то античного эпика. И все же в этом есть что-то свое, родное, близкое каждому белорусу. Пожалуй, в таких красках наша женская сборная выглядит еще привлекательней. Хотя работа у подопечных Малеева непочатый край. Впереди отбора и даже в такой красоте особо не разгуляешься. Учитывая, что игры отборочные уже предстоят нам в апреле, поэтому нам надо было бы провести этот сбор. Мы его проводим с командами, ну, скажем, такими не самыми высокими по статусу европейскому, но тем не менее они достаточно... скажем так, достаточно организованные команды. Но наши красавицы и в тяжелой тренировочной работе находят поводы для позитива. А что? Все, как говорится, располагает. Выходи и побеждай. Слово «микроклимат» в команде лучше не придумаешь. Все девчонки довольны, радостные. Здесь замечательная погода. Готовимся к двум товарищеским играм. Готовимся, естественно, побеждать. Набирать очки. Один спарринг позади. Легко и красиво повержены албанки. А вот впереди футболисток ждал матч с хозяйками. И он легкой прогулки не обещал. Особенно из-за неожиданно налетевшего ветра и ливня, обильно поливавшего в первой половине дня и изрядного увлажнившего поля. Так и вышло. Вязкая игра оставляла нули на табло вплоть до самого перерыва. А вот вторая половина началась с гола мальтийцев. Неприятно, но виноваты сами. Первый тайм немного сумбуры, многовато брака, особенно около своей штрафной, вот поэтому и возникали у нас моменты, не из-за того, что мы где-то, вернее, соперник где-то превосходил нас в чем-то, а вот именно из-за того, что наши собственные ошибки, они прежде всего заключались в том, что передачи, те, которые мы делали, ну, это не проходные передачи, как раз передачи удобные для перехвата и для контратаки. Вторую половину матча Малеев разбавил заменами, и характер игры изменился. Наши девчонки стали играть напористо и дерзко. В принципе, по игре мы владели инициативой, вот, были определенные моменты, но в первом тайме еще, наверное, скажем так, порывистый ветер очень. Вот, ну, я считаю, что мы проявили тот характер, так называемый мужской, и все-таки, имея преимущество, сумели воплотить его в забитый гол. Развязка случилась в самой концовке, и Анна Артишевская забила свой дебютный мяч за сборную и уравняла счет на табло.
Конечно, эмоции положительные. Рада, что забила в таком непростом матче. Спасибо девочкам, что проявили характер. Доборолись до последних минут. Сбор получился. Отлично поработали, наиграли нужные схемы, а главное, не проиграли, что особенно важно в преддверии старта квалификации. Что касается непосредственно сбора, то я вам скажу, вот я как бы изначально был не очень так, ну так не то, что настроен скептически, а вот я имею в виду по срокам. Но действительность вот так в реалиях оказалось, что намного-намного все лучше, чем я думал. И сбор на Мальте, мне кажется, ну, оптимальный вариант, то, что я знаю, я очень уважаю там Турцию, но вот здесь и поля учебно-тренировочные, которые нам будут предоставлены еще лучше, чем на котором мы играли вот во много раз, и питание, и проживание, и вообще сервис, который вот, и подход к нашей сборной, да и не только к нашей, мы все жили в Албании, и Фарерские острова, и Мальта, мы все в одном отеле жили, вот, поэтому как бы все было разбито по минутам, по часам, поэтому я говорю, что я очень доволен и благодарен руководству, что предоставило нам такой шанс провести сбор вот именно на Мальте. Как быстро летит время. Еще вчера мандарины под елкой чистили, уже готовимся к началу чемпионата. К слову, уже провели его жеребьевку по традиции в тематической обстановке. Возложение цветов у стелы и цифровой календарь в музей Великой Отечественной войны. Это к 80-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. С учетом того, что достаточно состав изменился, достаточно будет много игроков и... Так, уже предварительно посмотрели, какой там первые 6-7 матчей, то с учетом того, что, ну, скажем так, кроме, наверное, Торпедо Жодина, по-моему, избежали таких, скажем, ну, на бумаге, которые у нас более фаворитами считаются клубы. Поэтому с этой точки зрения, по крайней мере, на мой взгляд, хотя, как говорят тоже тренеры, что в первой половине чемпионата, как правило, когда еще поля, наверное, еще не самого идеального качества, плюс искусственные, то там, возможно, без разницы, с кем играть, возможно, даже лучше сыграть с более сильными соперниками. Но, думаю, все-таки в нынешних обстоятельствах для нас это достаточно неплохой расклад по календарю. Надеюсь, что и верю, что наша... Те молодые ребята, которые влились в команду сейчас, они вот в первые вот эти у них будет возможность набраться более уверенности. И далее уже кто знает. По крайней мере, лично я верю и думаю, что тренерский штаб делает все для того, чтобы какие-то молодые игроки, ну, скажем так, ряд перспективных, которые мы считаем, что они станут открытиями нынешнего чемпионата. По традиции председателя БФФ Николай Шерстнев и представитель компании «Белтелеком» подписали соглашение о сотрудничестве. Ясное ТВ вам покажет все. Ну что же, мы в полной боевой готовности к сезону, а вы увидимся через неделю с новостями про обладателя Суперкубка и начнем уже, наконец, новую главу футбольной истории. Согласны? С вами было «Ясно о футболе». До новых встреч!